Всем привет! Приветствую вас на канале ТВ Распаковки. Сегодня будет обзор тюнера OpenX2 Combo. Это комбинированный тюнер для приема спутникового сигнала и сигнала Т2. И также он хорошо очень показывает IPTV-листы, есть встроенный YouTube, Megago, ну и очень много интересных фишек. Так что давайте смотреть. Прежде чем смотреть данный ролик, хочу вам посоветовать сервис Sweet TV. Я предлагаю на этот сервис скидочку 30% на пакет L. Ссылочка на этот сервис будет внизу, так что давайте подключайтесь к этому пакету. И очень полезный и очень интересный сервис. Здесь около 260 каналов в формате HD, есть 4K, много очень фильмов, мультиков. И полные пакеты по скидочке 30% по этому промокоду очень легко и хорошо получить. Также используйте, чтобы еще более экономить, можно использовать Monobank. Monobank предлагает кэшбэк на сервис Sweet TV. Ссылочка у нас, я в прошлом видео делал обзор на Sweet TV, так что можете посмотреть по ссылочке вверху. Переходите и посмотрите этот обзор. Очень советую вверху, так что переходите. Итак, тюнер OpenX2 Combo. Он поставляется вот такой коробочкой зеленой, металлический корпус, дисплей. Процессор этого тюнера Geoxin GX6605S, частота процессора 600 МГц, очень мощный, оперативки 512 Мбит, так что очень хороший мощный процессор. Вот в коробочке идет такая инструкция Combo HD. Здесь все описано, здесь все подробное описание, как все настроить, как подключить, так что можно все посмотреть, все увидеть. Итак, открываем далее. Далее идет HDMI кабель, это уже очень хорошо, уже не идут эти тюльпаны, которые уже всем надоели, потому что ну, во многих уже телевизоры плазмы, поэтому HDMI кабель очень хорошо подойдет. Так что очень это большой плюс компании. Вот такой выход с крышечкой защитные. Идет вот такой, такие батареечки китайские. Ну, как правило, ну, где-то полгода они должны отслужить, а потом можно заменить на более интересные, более хорошие батареечки. Ну и вот такой идет очень удобный и неплохой пульт. Кнопочки хорошо все нажимаются. Здесь все кнопки, которые есть, перемотки, запись, ну все как положено, все как мы любим. Такие мягенькие, хорошие кнопочки. Ну и сейчас посмотрим на саму тюнеру. Он идет такой, опакованный вот такой упаковочки. Передняя панель, здесь кнопка включения и переключения каналов. Есть вот Power, сигнал антенны, OpenX2 Combo надпись. Корпус сам металлический, есть вентиляция, так что греться он сильно не должен. Сзади есть вот такой выход на антенну Т2, спутниковая антенна. Выход RS-322 для прошивки, USB выход, USB 2.0 для подключения Wi-Fi адаптера. HDMI, тюльпаны, кнопка включения-выключения, ну и блок питания внутренний. Такой металлический, огромный, как многие такие любят такие тюнеры. Не маленький, хороший. Ну, очень плюс, что металл более такой поинтереснее. Ну, а сейчас мы пойдем к телевизору, подключим и посмотрим, что это, что там внутри. Ставим прошивочку. Итак, вот мы его подключили к телевизору. Итак, ищем меню, USB меню. Здесь информация, вот посмотрите, какая здесь прошивка, еще старая, март 2020 года, поэтому нам желательно установить новую прошивочку. Вот видим, что он поддерживает Wi-Fi адаптер MT6601 и RT5370, так что очень хорошо. Так, сейчас мы его прощем с помощью USB флешки, у меня там стоит очень интересный домп. Сейчас мы эту всю прошивочку поставим, заходим в USB меню, выбираем, ну ищем нашу прошивочку, вот это
USB меню. Так, переключаемся. И вот здесь в верхнем, вверху, вот видите, мы сейчас будем листать и посмотрим. У меня там на флешке очень много разных прошивочек, разной информации, но я думаю, сейчас мы все это найдем и прошьем. Так, где она это? Так, ищем. Ага, вот наверху открываем эту папочку. И вот сама прошивочка. Вернее, у меня стоит домп уже. В домпе там у меня встроенный IPTV-лист, очень интересные мультики, так что ну, будет интересно, это все мы посмотрим. Идет обновление, главное не выключить питание, чтобы не испортить, чтобы не превратить тюнер в кирпич. Так, вот тюнерок наш прошился, идет перезагрузочка. Так, сейчас посмотрим, идет такая заставочка. Пока синий экран, но сейчас мы увидим заставочку OpenX2 и посмотрим, какое меню, попробуем настроить каналы, посмотреть, как работает YouTube, ну и другие функции. Вот он включается и заходим в меню установки. Вот первая эта кнопка установка антенны, здесь нужно выбирать спутники, которые вам нравятся, и настроить десеки, где какой спутник у вас идет, там первый, там у меня, например, Sirius, второй Hotbird, третий Amos, ну у кого как, настроите под себя. Спутников здесь в списках очень много, так что будет что выбрать в этом меню. Так, вот здесь можно переименовать спутник, вот есть быстрый поиск, настройка цифровая Т2. Тоже есть разные варианты, ну сразу выбираем свой регион, у меня регион Украина. Так, выбрали, подтверждаем. И нужно включить питание антенны, так как у меня антенна наружная, нужно обязательно включить он. Есть вот такой режим, это ручная настройка. По очереди переходить по каждой частоте, и на какой частоте появился сигнал, ставим галочку. Это режим называется ручная настройка. Так, чтобы, ну, кому как, это может даже и быстрее будет настроить. Вот так выбираете себе каналы, но мы будем настраивать с помощью автопоиска. У меня сигнал ловит с двух вышек, я нахожусь за городом, поэтому канала будет 66 уже ловит. Ну, сканирует он так, скорость у него среднее сканирование, но каналы, как говорится, найдутся. Ну а я, пока идет сканирование, хочу еще вам напомнить о сервисе Sweet TV. Вот промокод вы видите на экране, по которой вы можете активировать и смотреть пакет L с скидкой 30%. Сервис очень хороший, здесь есть и спортивные каналы, и фильмовые, и очень всего. Внизу будет ссылочка на этот сервис, на промокод. И еще советую вам Монобанк, потому что там хороший кэшбэк на Sweet TV 50%, вы за копейки подключите. Сервис работает на 5 устройствах, на телевизоре, на планшете, на телефоне. Поэтому за копейки будете смотреть все каналы. Очень куча, много фильмов, много спортов. Ну и обязательно воспользуйтесь моим промокодом. Ну и так, дальше у нас идет, вот как вы видите, сканирование. Уже нашло 66 каналов. Все украинские каналы здесь идут открыты, так что давайте это все мы посмотрим. Вот видите, уже идет канал, сигнал хороший, каналы показывает, все 66 каналов идут. Ну теперь что, нужно зайти опять в настроечки, сейчас мы зайдем в настройки, установка, и настроим спутниковые каналы, выбираем в списке спутник, который нам интересен. Сейчас мы сейчас идем, ну первый спутник, наверное, какой мы идет, идем снизу, потому что и первый нам встречается, вот Amos. Заходим на Amos, настраиваем DSEC, у меня он идет, вот второй появился сигнал, и переходим к следующему спутнику, который тоже нужно активировать DSEC. Следующий спутник у меня по списку идет Astra. Тоже активируем спутник LNB-1 у меня Astra.
Вот, активируем и переходим к следующему спутнику, который у меня антенна Горыныч, поэтому переходим к спутнику, который называется Хотберт 13 градус. Какие каналы на этих спутниках вот увидите вверху, здесь будет ссылочка и подключите себе, ну, посмотрите, какие каналы, чтобы было проще сканировать на Хотберте, на Астре, на Алмаз. У меня там есть серия видео о каналах, так что посмотрим. Ну, чтобы сканировать, вот выбираем галочки на эти спутники и синяя кнопочка, нажимаем старт, и пошел процесс сканирования. Вот каналы сканируются, но я полностью сканировать не буду, просто покажу вам, как процесс идет. Вот и все. Так, вот каналы такие сканируются, видите, это в спутниках Хотберт пошли каналы, видите, и в HD качестве, этот тюнер прекрасно справляется с HD каналами, поэтому все это можно смотреть, вот видите, отсканировали. Ну, нажимаем красной кнопочкой закрыть, чтобы выйти с этого меню, потому что, ну, долго это все сканирует, и вот видите, идут каналы со спутника. Картинка очень красивая, мне нравится. Ну, правда, камера не передает у меня, потому что, ну, снимаю телефоном, качество не очень. Ну, моему. Так, и вот видим, пройдемся по меню. Вот менеджер канала. Вот красной кнопочкой мы удаляем. Желтой кнопочкой мы блокируем каналы. Ой, зеленой. Желтой это переименовать каналы. Может, вам название не нравится, можно свое название написать. И синей кнопочкой можно двигать каналы на свое место, как вам удобно. Такое меню очень простое. Есть редактор избранных. Здесь можно сортировать каналы по фильмовых, спортивных, новостных и музыкальных. Тоже настроите на свой вкус, как вам нравится. Сортировка канала тоже можно сортировать. FTA, спутник, по транспондерах. Можно сбросить на заводские настройки тюнерок. Можно пользовательский список и удалить все. Установка системы. Следующее меню. Здесь можно настроить язык меню, язык аудио. Ну, выбираем русский или кому какой удобный. Вот сейчас мы вот он настроили. Аудио второй. Язык EPG. Тоже можно выбрать русский, чтобы программу передач было читать, ну, на знакомом языке. Наверное, на китайских, не на английских. Язык телетекста. Вот тоже мы, какой мы выбираем. А язык субтитров можно выбрать тоже. Ну, желательно русский, потому что на некоторые англоязычные каналы иногда выскакивают субтитры, что можно почитать. Так, автовключение каналов, список последних каналов, громкость каналов, тип аудио. Есть аудио, автосубтитры. Вот, есть проверка обновлений, можно выставить. Лимит видео на YouTube, дисплей, можно выставить номер канала или время, глубокий сон, подсветка дисплея от 1, и дисплей будет слабенький, и там до 10 идет, и дисплей будет очень яркий. Можно еще выставить эффект переключения, есть черный и есть просто каналы. Так, зависают немножко, мне так более нравится. Можно выставить автообновление без ключей, включаете, и без, если канал кодирован, кодировки близ, ключик будет автоматически приходит. Автообновление YouTube, это обязательно нужно включить, потому что YouTube часто ключи меняются, и вот нужно нажимать, и оно будет обновляться, приходить вот этот IP ключ. Ну и вот другое меню настроек. Следующее у нас есть режим экрана, вот прозрачность можно выставить 1-2, ну какой вам нравится. Если вы видите, ставите, немножко видно передачу, если ставите там десятку, уже ничего не видно. Прозрачность стиля текста, время индикации, ТВ-система PAL, режим HDMI, HDMI пространство, масштаб USB меню, OSD меню. И формат экрана можно выставить под свой телевизор. Есть 4:3, есть 16:9 и AC3 звук тоже, битрейт там такой, можете выставить себе звук, который вам надо, который вам интересен. Контроль доступа, это родительский контроль. Здесь вводим 4:0 и можно выставить блокировка пароля, установка, родительский контроль, блокировка системы, возрастной рейтинг можно выбрать, какой вам надо, установка PIN.
Блокировка IP-каналов для взрослых тоже, ну, желательно включить, если у вас есть дети. И можно поменять пароль не 4.0, а свой пароль, который вам нужен. Можно выставить время, выставить свой часовой пояс. Ну, стандартный, видите, стоит плюс 4. Можно поставить там, ну, у меня, например, плюс 2, и будет ваш родной часовой пояс. Тоже можете время настроить по себе, которое вам надо и интересно. Таймер сна можно установить. И вот следующая информация о тюнере. Как мы видим, мы его сделали прошивкой. Уже прошивка за май 2021 года. Уже новая, уже более современная. USB меню. Ну, это с флешки можно фильмы, фотографии смотреть. И дополнительное меню. Сразу мы подключаем Wi-Fi. Сейчас мы его, как говорится, найдем и посмотрим, какой у нас Wi-Fi. Подключаемся к Wi-Fi. Вот я к своей сети подключился, ввел пароль. Так, и сохраняем пароль. И вверху вот там, видите, такой появляется значок, как красные такие два треугольничка. Мы подсоединены к Wi-Fi сети. Ну и теперь посмотрим на сетевые приложения, которые есть в этом тюнере. Ну, первое — это YouTube. Видите, идет обновление конфигурации YouTube. Это нужно обязательно активировать. И вот YouTube обновлено, загружается информация. И сейчас посмотрим, как работает YouTube в этом тюнере, или работает он вообще. Вот в этой новой прошивке плюс, что он обновляется. Вот этот IP-ключ. Вот видите, загрузилась картинка, YouTube работает. Сейчас нужно что-нибудь выбрать такое, посмотреть, что не забанит нам YouTube, потому что иногда не все можно включать. А там не, я имею в виду. А так вы можете смотреть, выбирать. Тут и поиск есть, все. Давайте вот какую. Ну, выберем вот эту категорию, где игры. Что у нас так? Нажимаем. Ну, выбираем самый первый ролик и посмотрим, как он идет. Ну, нажимаем и включаем. Идет загрузка. И выбираем вот формат видео. Ну, начнем, например, с этого. Так, немножко ждем. Итак, идет картинка или нет? Так. Вот, картинка пошла. Все хорошо. Нажимаем выход. Давайте еще раз посмотрим в другом формате, как идет картинка. Ну, давайте вот это. 480p. Так, пойдет картинка или нет. Так, YouTube тоже картинка пошла. Ну, неплохо. Ну, давайте посмотрим и в 720 HD пойдет картинка или нет. Давайте еще раз и 720p посмотрим. Идет в этом формате картинка. Так, вот тоже картинка пришла без зависания, без всего. Ну, неплохо. Так что YouTube работает, и вот IP-ключ сам обновляется в этом тюнерке. Следующий сервис — Megago. Тоже немножко подождем, работает он или нет. Так, что-то загружается. Так, работает. Есть фильмы, вот видите, расставляются. Сериалы, мультфильмы, ТВ-шоу. Ну, фильмы в основном много платных. Фильмов нужно просто искать, которые идут в тюнере, которые не идут. Поэтому нужно долго работать. Вот включаем, например. Ну, а вот в сериалах можно сериалы смотреть. Сейчас мы выберем сериал какой-нибудь. Выставим. Так. Ну, какой? Давайте вот этот включим сериал. Вот первая серия. И сейчас запустим этот сериальчик. И как он идет? Так, идет первая серия. И вот он пошел. Так, идет все без проблем. Загружается, тоже не зависает ничего. Картинка все идет. И вот пошел вот этот сериальчик. Ну, это хорошо. Megago работает. Ну что, выходим, смотрим дальше, какие есть интернет-функции. Вот IPTV. Так, включаем. У меня здесь стоит плейлист IPTV, он шел с дампом. Ну и посмотрим, как быстро включается IPTV. Видите, включаем вот этот первый канал, и вот пошло. Картинка идет тоже без зависания, все, IPTV работает. Так, ну, сейчас посмотрим на спортивный канал. Тоже картиночка пошла, тоже все работает. Тоже без зависания, IPTV работает отлично. Нажимаем выход. Вот здесь еще есть несколько меню IPTV. Такие всякие. Ну, у меня еще есть стоят IPTV листы с мультфильмами, которые тоже можно посмотреть. Очень большой список мультфильмов. У меня там около 100 000 мультфильмов. На IPTV в интернете можете найти эти все плейлисты. Их очень много, поэтому
Сам факт, что IPTV работает, вот очень отлично. Ну вот давайте сейчас посмотрим мультик. Я сейчас, ну, любой выберем. Вот, например, этот. Как идет отдельно мультик. И вот он все тоже пошел. Поэтому этот тюнер для как IPTV плеер очень хорошая штука. Можно работать без антенн. И поставить IPTV лист и смотреть просто каналы. Очень советую этот тюнер, он хороший. Так, вот есть RedTube, здесь взрослые каналы. Есть радио в этом тюнерке, тоже можно выбрать жанр, регион, язык. Радио разбито по категориях музыкальных, которые выбираете. Очень много станций, видите, и спортивные, и топ-40, и очень много каналов. Например, 709 спортивных каналов, слушать, не переслушать. Так что интернет-радио тоже отлично простроенное. Вот видите, выбираете, и все. И слушаете, сбоку вон появляется такой меню, сейчас там, где язык написан, видите, и вот пошло радио, идет работать. Но я, правда, звук отключил, чтобы меня предупреждения не было. Вот можно установить мобильные телефоны, например, на Android или на iPhone iOS приложение, вот отсканировать вот этот код и установить приложение, и телефоном управлять в качестве пульта, телевизор можно переключать. Ну и Extreme IPTV можно настроить. Вот есть RRS новости тоже. Я считаю это, конечно, бесполезным, это никто не читает. Но может кто-то хочет развить английский язык, можно здесь новости почитать на английском. И, в принципе, интересная читалка. И обновления онлайн. Иногда приходят какие-то обновления по поводу YouTube. Вот такой тюнерочек. Очень хороший, неплохой, могу посоветовать. 3 в 1, IPTV, T2, спутник, все в этом тюнере есть. Так что всем спасибо за просмотр. Давайте обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте пальчик вверх и до новых встреч.